подписчикам, каналу. С вами мы, Иван Федорович, и еще один Иван. Иван. Он с Ростова. Он с Ростова приехал. Вот снимает нас его невеста. Значит, с Ростова-на-Дону приехал. Мужики, приехал сюда, с Ростова-на-Дону, чтобы мы нашли на Шкоде Фелиции холостой ход. Мужики, вы не поверите. Значит, показываю, вот карбюратор. Это, Вань, как он называется-то? Есть такое какое-то название? Северин, как-то так. Да? Ну, не знаю я, ладно, это не в этом дело. Мужики, вот я его вижу почти второй раз. Так, это Верочка, сюда вот посветите. Есть. Ребята, холостого хода. Холостого хода нет. Ну, то есть, что нужно делать? Виноват холостой, надо и лечить холостой. Вот всегда на таких карбюраторах холостой ход находится на улице. Почему? Потому что удобно доставать. Обалдел, вот я его вывернул. Я знал, что он где-то тут должен быть. Знал. Я чувствовал, что он тут. И он оказался здесь. Ребят, ну вот бывает такая вот. Сегодня 22 число. Мы с Иваном Федоровичем решили сделать корпоративное совещание. Вот. Купили для этого все необходимые атрибутику. Шпикачки купили, хлеба. Закус у нас есть. Ребят, вот это называется жиклер холостого хода. Видно? Видно. Ребят, обычный жиклер холостого хода, как на 2140 карбюраторе, есть такой у нас. Потом у нас точно такой же есть на К-151. Здесь вот эмульсионные отверстия у него. Вот сам жиклер. Вот сейчас Иван Федорович не даст мне соврать. Не дам. Он вытаскивал этой прутиком, как я показывал, и достал оттуда. Вот такую соломинку. Я не знаю, как она могла попасть туда. Это не колхозная машина, которая по полям ездит. Где ролик есть про этот, про комбайн. Вот, ребят, я не буду врать. Не было холостого хода. Он ехал без холостого хода. Сколько с Ростова-то? 1300 верст ехал без холостого хода. Ну это мучение. Вот я на ваших глазах ставлю этот жиклер на место. Мы уже, в принципе, все сделали. Но я думаю, ребят, кому-то будет полезно, что вот... Куда лезть? Чтобы люди знали. Да, чтобы лазить. Знать, как, где, что искать-то. Там все настроено. Холостой оборот настроен, винткач настроен, все настроено. Но забился жиклер. Все, не будет холостого хода. Вань, идите заводите. Заводите. Ролик маленький, коротенький. Вы что-то вниз нормально нас видно? А я в Иван Федорович только крут. Нет, я пригнулся. Мужики, вот смотрите. Обратите внимание. А вот тут вот. Как он вот проплер, он наш проверка стоит. Под землей. Все работает нормально. Шкода превращается в Вольво. И сам сейчас. Шкода превращается. Итак, всем привет! До новых встреч, до новых роликов. А вот этой молодой паре любви и счастья в их жизни. Вот нашел, смотри, с Ростова, в Петрограде нашел невесту. Момент, а теперь я у нее отниму. Я у вас отнимаю камеру. И чтобы вы знали, кто вы такие. Вот это ростовчане. Ростовчане. Красавцы. Ну, до новых встреч, до новых роликов. Пока-пока.